является основоположником генетики. Что такое аллельные гены? Какие признаки называются рецессивными? Ответить на эти вопросы школьники смогут с помощью сценария урока по биологии «Генетика пола». Учащиеся вспомнят об опытах Грегора Менделя и Томаса Моргана, повторят основные генетические законы и самостоятельно найдут отличия в кариотипе мужчины и женщины. Доминантный ген, ответственный за свертывание крови, находится в X-хромосоме. Его рецессивный аллель вызывает заболевание гемофилии. Благодаря видеоматериалам школьники узнают, от чего зависит пол ребенка и каково соотношение полов у раздельнополых организмов. В завершении урока ребятам предстоит выполнить тест, с помощью которого можно закрепить знания и подготовиться к ГИА. Уникальная виртуальная лаборатория «Теория вероятностей» включает в себя целый комплекс интерактивных опытов, исследований и тренажеров. Ребята проведут эксперименты с кубиками, монетками, шарами, познакомятся с общими законами вероятностей. А также школьники смогут узнать, что же общего между детской игрой «Камень-ножницы-бумага» и игровыми кубиками. Все практические задания лаборатории можно использовать как на уроке, так и в самостоятельной работе дома. Чем электрические инструменты отличаются от сходных механических? Что такое производственная линия и технологические операции? В сценарии урока производства школьники найдут информацию о технологических машинах, средствах ручного труда и агрегатах. Учащимся предстоит изучить текстовый и видеоматериал, понять разницу работы производственных станков, дрелей и шуруповерта, соотнести специализированное оборудование с предприятиями. Ребята поработают в командах и выполнят практическую работу, исследуют образцы ткани и занесут все характеристики нити в таблицу. Узнать, с чего начинался кинематограф, что такое немое кино и кто такой топер, позволит урок «Музыка в отечественном кино». Ребятам предстоит вспомнить музыкальные произведения, звучавшие в отечественных кинолентах. Особое внимание уделено киноафише. В качестве творческого задания предлагается попробовать создать собственный рекламный киноплакат. Разнообразные интерактивные и тестовые задания урока помогут систематизировать новую информацию. Благодаря аудиофрагментам школьники вспомнят любимых композиторов Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Исаака Дунаевского. Сопоставят песни со знаменитыми кинофильмами «Буратино», «Приключения электроника», «Дети капитана Гранта». Как интересно и понятно рассказать самым маленьким пользователям библиотеки МЭШ о событиях Великой Отечественной войны. Пособие для дошколят и первоклассников познакомит малышей не только с хронологией событий, героизмом солдат, но и расскажет о роли животных в бою и тылу. Ребята в игровой форме освоят новый материал, научатся выделять основную информацию в тексте и выполнят интерактивные задания с самопроверкой. О самых главных человеческих качествах нам расскажет известное произведение Константина Паустовского «Теплый хлеб», которое можно прочитать или посмотреть. Хочется отметить, что данное пособие разработано не только для занятий в школе, но и для проведения досуга с родителями. Вы совершите семейный поход в интерактивный музей, посетите онлайн-экскурсию и сыграете в математическую игру. А теперь давайте перейдем к результатам голосования за самые полезные материалы недели в библиотеке Московской электронной школы по мнению московских учителей.